Всем привет, мы уже в работе. Надеюсь, что у вас тоже все отлично. Пойдемте посмотрим, что мы начали и что мы продолжим. Все расскажу. Погнали. Пойдем, пойдем. Ты до яда, мы с тобой, да? Пошли. Так, помочь я уже говорил, нормально все. Все отлично, как надо, да? Так, кстати, вот этот светофор обшикал вот этим мыльным. Что-то не очень-то помог этот лед. Надо взять нормальный аппарат, обработать. Вот, с нашего опрыскивателя. И вообще проблем не будет. Вот, здесь уже вообще прям вовсю прет. Атари-та-та. Атарушечки. Вот такая вот. Так. Эверест. Та-та. Так, наш дом, родной. Продолжили мы уже вот здесь, вот эту колонну. Быстренько, сразу два листа мы уже кидаем. Уже у нас рука немного набита, все хорошо. Еще раз повторю, не пугайтесь. Вот, это мы затираем швы сверху вот так, поверх материала, он в пленке. Потом это все высохнет, мы просто пленочку уберем. Все, и тут будет красиво, прям отлично и здорово. Вот все это увидите. Увидите, когда я спереди здесь все сделаю, время пройдет, и один день мы прям посвятим. Мы уберем пленку. Вот, все расскажу про материал, про клей, как, что, нюансы, что делать, где взять. Нужен он, не нужен. В общем, все будет прям интересно. Солнышко уже не кстати. Ладно. Поэтому нам нужно спешить, да, по солнцу работать. Вообще, если честно, удовольствия нет. Тем более, эту сторону нужно заканчивать, пока вот такие деньки стоят шикарные. Вот. Чтоб клей не стыл, мы погнали работать. Да, оставайтесь с нами, как всегда, интересно.
Мы неплохо разогрелись, да, у нас прекрасная новость, к нам едут помощники, уже приехали, так что я поехал их сейчас встречу, вот, и с вами познакомлю. Если честно, я уже давно подумал о приобретении сварочного аппарата, на самом деле, у кого есть частный дом, это ну просто незаменимая вещь, ну невозможно где-то трещину заварить, ворота, что-то где-то навесить. Я полазил по интернету, почитал отзывы, вот, и нашел недорогой классный сварочный аппарат, забрал его с почты. И вместе с ним я еще купил автомобильный компрессор. И все это фирма Denzel. Это поршневый компрессор. С него, наверное, начнем. Откроем его. Работает все стандартно. 12 вольт. Сейчас мы откроем, посмотрим. Машину заводим. В прикуриватель втыкаем штекер. И все. И подключаем, и качаем. Максимальное давление, друзья, он накачивает 7 бар. Вот. И у него производительность 35 литров в минуту. Ставили все хорошо, классно. Вообще, быстро. Да, быстро, вообще проблем никаких не было. Ой, молодцы. Вот это мелочь, но это как приятно. Ну, на самом деле, вот, дорогие друзья, да, ну вот, ну, сколько стоит вот эта сумочка? Ну, по факту, да, вот сколько ее будет цена, да? Ну, я, честно, да, ну почему вот все вы не делаете, вот так просто взяли сумочку, да, всю. Эту сумочку мы потом компрессик положили, посмотрите, все застегнули и аккуратненько убрали в машину, в багажник. И он там нигде не валяется, не пылится, все хорошо, все прекрасно. На самом деле, мне вот прям вот, знаете, сразу аж приятно становится. Стандартно книжка по эксплуатации, но в принципе она вам не нужна, там гарантийный талон. Стандартно идут насадки, вот часто тому, кто любит качать мячи, вот у нас, например, да, детишкам, и имеются вот такие две насадки, с помощью их можно тоже, в принципе, что-нибудь накачать. А вот также можно включить и подобрать какую-нибудь более большую насадку, к примеру, я не знаю, там, ну, надувной матрас, еще что-то, бассейн накачать тоже можно. А вот сам наш компрессор, видите, упакован хорошо, отлично, и отзывается о нем прекрасно, никаких минусов в нем я не увидел, не нашел. Вот имеется у нас шланг, барометр, да, показывается, какое давление нам нужно. Так, не знаю, так все хорошо, собрано неплохо, я вам скажу, классно. Ну, обязательно проверим, посмотрим резиновые у него ножки. Вот, кстати, мне машину нужно будет накачать. Шнур, как вы видите, не короткий. Шнура вам хватит с головой. Просто накачайте ваши прекрасные колесики. Кстати, у меня колесо на тачке нужно накачать. Ну, я уже говорю, ну, на самом деле нужная незаменимая вещь. Он маленький, компактный. Вот. И по отзывам, кстати, хочу сказать, что он не сильно шумный, говорят. Ну, мы обязательно это проверим, вам все покажем. Дальше наш аппарат. Ветровый для дуговой сварки. Ну, просто по-простому это сварочный аппарат. То, что он инверторный, это очень хорошо. Это значит, что у него будет низкое потребление электроэнергии. Максимальная мощность у него получается 6 кВт. Максимальная мощность тока 200 ампер. Вот, вес всего 3,9 кг. Вот. Ну, обычно такие аппараты, это у нас на плечо, ремень, и пошли вперед. Длина кабеля составляет 1,8 метра. Все у нас упаковано, все у нас новенькое. Так, это сами наши сварочные кабеля. Будем называть ее наша прищепка. Сам держатель электродов. Кстати, электроды максимально пятерку он может варить запросто. Но я думаю, тройки за глаза вообще на самом деле. Вот, я не думаю, кто сейчас варит пятерку. Даже не представляю, что там пятерка варит. Там какие-нибудь, не знаю, рельсы, что ли. Сейчас вот навесы все варят, ворота, и, по-моему, тройка, ну, за глаза вообще на самом деле. Ну, неплохо, я вам скажу. Там наш красавчик. Вот такие. Очень мне нравится кабель. Видите, он не тонкий. Ой, хороший прям, вообще классный. Вилка, заземление, все как надо. У нас здесь имеется включатель, который включает нашу сварку. Ну и, соответственно, сам стоит кулер охлаждения. Когда сварка наша работает, она нагревается, соответственно, кулер включается, вот, и охлаждает ее. Ну, я вам так скажу, по многочисленным отзывам, на тройке работает он вообще. Сутками можно им работать, практически не нагревается. Вот здесь у нас регулятор мощности, как вы все знаете, кто сваркой пользовался. Вот, не мне вам объяснять, где вы можете регулировать мощность подачи
силы тока, вот, и, соответственно, на электрод, тем самым вы уже сами регулируете, да, потому что металл бывает разный, толще, тоньше, вот, ну и, соответственно, мы это все легко регулируем. Кабеля сварочные сюда подключаются, очень легко, здесь имеются у нас пазы, тоже разберетесь запросто. Если вам они не нужны, также их сняли и куда-нибудь убрали. На него, кстати, идет гарантия 3 года, вообще не тяжело, если честно. Поэтому, все, друзья, оставайтесь, я погнал, опробую, как аппаратик, как работает, и вам все расскажу, покажу. Так что все будет, как всегда, интересно. Погнали. Сварил я свой танк. А вот, ну, изначальная конструкция не совсем была прочная. А вот, первым делом у меня начали складываться ручки. Как вы видите, уголки я поставил, усилил, и снизу я опустил пруты, арматуру вот так вот загнул. И теперь у меня жесткость конкретная. А потом начал отрывать вот здесь вот эти места. Там был тонкий металл. Я уголочек вставил. Дырки мы просверлили. Вот, все там болтами закрепили. Все, теперь еще можно тонн 100 перевозить на ней. Поработали. И почему-то мне вспомнился мультфильм «Простоквашино», да? Кстати, там тоже был дядя Федор. Кстати, тоже, по-моему, новые ролики выпускают этого мультфильма. Классный мультик, интересный. Кот Матроскин там, кстати, прям вообще почти вот один в один, да? Вот, и там был этот почтальон Печкин, помните? Вот. И он
когда ему велосипед подарили, да? И он говорил, это вот раньше я был таким вредным, потому что у меня, говорит, велосипеда, да, не было. Не, ну мы не вредные, вот, но у меня не было такой сварки и такого прекрасного, чудесного компрессора, да. И сегодня прям вот, честно, мне вот, сегодня мне прям все понравилось. Вот, знаете, когда вот бывает вещь покупаешь в магазине, одежду там, обувь, вот, разницы нету, да. Любую вещь, да, там, возможно, кто-то даже недвижимость, да, покупает. И вот есть такое, когда вот мое, ты говорите, вот все мое, да, вот оно вот, как говорится, все пошло, вот, все правильно, все получается, да. Сегодня было легко. Насчет компрессора давайте скажу. На самом деле все отзывы подтвердились, которые я прочитал. Он практически бесшумный, да. Он шумит, ну вот так, вот, спокойненько работает. Я спустил колесо. Хотел проверить, да, его, как он быстро качает. У меня 0,2 атмосферы было, и я накачал 2,2 буквально, друзья, минуты, наверное, не прошло. На тачке я вообще молчу, просто пшик, и все. Компрессор за это время, ну, вообще не нагрелся, он даже теплым не стал, да. Качает классно, на самом деле, прям вообще вот супер. Рекомендую, на самом деле, вообще не пожалеете. И по сборке прям вот выглядит все добротно. По сварке. Классно, все. Дугу зажигает прям вот с полтычка, плавненько. Регулировка, вот именно, не знаю, вот как-то мне вот, знаете, понравилось. Вот, вот не то, что там сюда чуток, вот как сделал, так и варит, да, там плавненько все сделал, все настроил. Отлично варит, шовчик, все, металл прям вот. Тачку, наш танк я заварил, вообще я сказал, он теперь можно второй дом строить. Не, на самом деле нам много работы, мы уже, повторюсь, говорю, мы, у нас в плане, конечно, есть забор и навес, вот когда, правда, это все будет. И эта сварка, она компактная, ребята, вот видели, она вот токусенькая, на плечо закинул и пошел, все, и пошел. Можно вообще там, знаете, Париж переплюнуть, там у нас своя башня будет. Вот мы сегодня основание, наверное, сваи зальем в наш Эверест, да, и начнем строить нашу башню. Потом там наш будет флаг. Ссылочку оставлю на магазин, где я это все заказал. Друзья, у них еще есть помимо сварок, компрессоров и другие инструменты. Это и садовые инструменты этой же фирмы. Да? Прекрасная, кстати, фирма. Честно, я очень рад, что я с ней познакомился. Также дрели, шуруповерты, перфораторы, вот, аккумуляторные инструменты. В общем, если интересно, зайдите, посмотрите. Возможно, вы себе что-то интересное найдете, приобретете. И вот, вот будет вас радовать. Раз у меня хорошее, прекрасное настроение, я хочу и вам это настроение поднять. Вот, всем, кто захочет приобрести данную продукцию этого прекрасного бренда, я вам подарю промокод на скидку в 10%. Вот, поэтому пользуйтесь на здоровье. Стройте, ремонтируйте с этой прекрасной фирмой. Отличным инструментом, да, и легкого вам ремонта. Так, что у нас? У нас опять солнце, жара. Давайте по фасаду быстренько я вам расскажу, какие у нас дела, что произошло. И все, мы будем заканчивать, потому что там, знаете, что сегодня? Жареная картошка. Вчера Наталья говорит, как хочется к жареной картошке. Знаете, вот вы вспоминаете, на самом деле в жизни очень... Вот эти моменты приятно не запоминаются, там вкус картошки, там запах чего-то, кто-то духи, к примеру, помнит еще с самого детства, да, этот аромат, и какую-то музыку слышал, сразу начинает вспоминать, я такой сразу огурчики, там, а у меня там перчик, дядя Ваня, и все там, короче, я поплыл, там сейчас аромат такой стоит, поэтому я с вами долго не смогу сейчас разговаривать, быстренько я вам рассказываю, и все, бегу обратно. У нас получилось опять жара. Вот, верха мы подняли и дошли вот до сюда. Ну и, соответственно, мы вот здесь продолжили, доделали сюда. Получается, вот верхний наш ряд, и все, мы здесь заканчиваем. Так, я бы продолжил, но не вариант. По такой жаре я не хочу этого делать. Сейчас объясню, почему. Вот, по сути, здесь осталось вот такой маленький рывок. Ну, подгонки очень много верхней. Там нужно будет кирпичики нам подрезать. Хотя там будет подшиваться. Возможно, этого видно не будет. И у нас получился вот такой кирпичик. Это где вот верхнее окно. Вот здесь он получается. Вон она, полоска. Да, это можно было все высчитать. Это нужно было снизу подымать вот на этот пол кирпичика. Добавлять. Но опять же, потом этот весь пол кирпичика
пошел бы на ту сторону, и там бы это смотрелось вообще не очень. Еще раз объясняю, если вот здесь сделать какой-то обналичник, интересно придумать, найти, вот он перекроет вот этот кусочек кирпичика, и тогда вообще будет все по красоте, вообще классно будет. Вот, а та сторона уже спокойно пойдет. Маленько поясню, почему так мало получается сделать. Дело в том, что у меня время ограниченное. Ну как, время не сказать прям ограниченное. Ограничивает погода это время. Я уже говорил, это южная сторона, и там очень жарко. Можно продолжить работать, использовать данный клей, но я этого не делаю. Я не хочу этого делать. Но дело в том, что клей будет гореть, где-то местами его пересушит, возможно, где-то потом что-то произойдет с материалом, начнет где-то, возможно, отходить, трещины и прочее. Зачем? Зачем это нужно? Вот, нужно сделать один раз, пускай по чуть-чуть, но потихонечку мы это сделаем. Вот, друзья, кто делал ремонт, тот понимает, о чем я говорю. Красота требует, да, немного потерпеть, но ничего, чуток. Сегодня было как-то так. Надеюсь, вам ролик понравился. Вот, надеюсь, он был интересный, полезный. Давайте еще раз чуток, вот, ну еще чуток подождите. И по материалу я вот все расскажу. Вы начинаете много спрашивать, что за материал, почему ты испортил стену, почему ты это все задел белым клеем и прочее. Вот мы одну стеночку сделаем. Покажем, что получилось. С вами пройдем все маленькие этапы. Объясню монтаж, как это монтируется, где это покупал и так далее. А вам напоследок пожелаю всего самого хорошего. Конечно же, это крепкого здоровья, мои дорогие. Легкого вам ремонта, мира вам, любви, удачи. Пусть все у вас будет, как всегда, хорошо. Ну, а мы надолго не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно, да, увидимся. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя. Все, я погнал кушать картошку. А вам приятного аппетита, если кто-то тоже кушает. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Cause I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. Words I spoke, I've been saying many things that are hurtful.